ее к подписанию этого пакта для того, чтобы в центре Кишинева не было побоища. Вот к чему он ее призывал. Ну да, каждый из кандидатов в этой электризованной обстановке... Спасибо, что вы сказали, готовите побоище. Нет, мы что? Вас помним. Господин Мунтят, слушайте, господин Мунтят, это я сказал подождите. Только что. Ну, да. Паша, вы сказали, чтобы в Кишиневе, в центре Кишинева не было побоища. Я сказал другое, Паша. Возьмите себя в руки. Вы привыкли к другим оппонентам. И еще раз, я этого не говорил. Я сказал, что Стояногло призвал Майю Санду взаимно гарантировать результаты выборов вне зависимости от этих исходов для того, чтобы избежать столкновения между сторонниками, потому что страна разделена спасибо. 50 на 50. Спасибо. И вы на основании этого утверждаете, что я господин кого-то Мунтят. Призвал в Кишинев. Господин Мунтян. Да вы не просто господин не могу, Мунтян. Вы просто негодяй. Негодяй. Хорошо. Господин Мунтян, спасибо я вам выключу микрофон, если вы будете обзываться, выключим микрофон и больше не будет. Ну а кто? Посмотрите, ну, что это такое? Вы начинаете оскорблять людей. Да. Вы пришли очень нервно. Я оскорбляю, называю вещи своими именами. Давайте я назову вещи своими именами и процитирую, что предложил господин Стояногло. Давайте. Хорошо? Потому что там не было слова «взаимно гарантировать результаты выборов». Дословная цитата. Какое там слово было? Дословная цитата. Хорошо. Дословная какое? Цитата. Какое? Вот так вот. Давайте. Вот стоя давайте вот так словами. Вот. Давайте со словами поиграем. Я вношу еще одно предложение. Давайте подпишем совместное соглашение о том, что в случае своего поражения вы признаете результаты выборов. Вы признаете результаты поражения. Выборов. А я в случае поражения не стану призывать избирателей в столицу на общенациональный протест.